Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня на связи из Нью-Джерси писатель Александр Гинис. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Если вы звоните из-за рубежа, код плюс 371 и номер WhatsApp 2-30-6191. Господин Генис, более 40 лет вы живете в Америке. Наблюдали ли вы за тем и наблюдаете ли, может быть, сейчас, как меняется отношение к русским и русскоязычным жителям на территории Америки? Это зависит целиком от того, как ведет себя Россия. И к этому не имеет никакого отношения русские. Это все зависит от Москвы. И за мой уже действительно очень долгий опыт жизни в Америке я вижу, как скачкообразно меняются эти ситуации. Я прекрасно помню еще Афганистан. И когда война в Афганистане началась, то отношение к русским было чудовищно. И в этот день, тогда в то время еще все таксисты в Нью-Йорке были русскими. Но тот день, когда началась война в Афганистане, все русские таксисты стали болгарскими таксистами. Акцент тот же, но лучше быть болгаром, чем русским. И все это кончилось, я помню, когда приехал Ельцин в Нью-Йорк, в Россию, в Америку. И это был подъем невероятный, потому что к России стали относиться, как бы вам сказать, как второй Америке. Вот молодая Америка, которая борется за свою демократическую структуру, за то, чтобы стать членом цивилизованного общества. Вот это как американская революция, так относились к Ельцину и к русским в то время. Когда Ельцин сказал, что коммунизм побежден, то Конгресс, который никогда ни с чем не соглашается, встал на ноги и хлопал в овации Ельцину. Сейчас это трудно поверить, но тогда Америка считала, что кончилась история, что теперь все, знаете, конец истории Фукуяма, знаменитая философия. И с приходом Путина все вернулось на свои места, причем не сразу. Я помню, когда Путин приехал в Америку, он давал большое интервью на публичное радио, общественное радио, и он отвечал на все вопросы точно так же, как отвечал бы любой кандидат в президенты в Америке. О том, что свобода, цензура, все это плохо. Короче говоря, все, что я бы мог сказать, сказал и Путин. Но со временем все это менялось все в худшую, худшую сторону. И, конечно, Крым, авантюра в Крыму, война с Украиной, агрессия в Украине, все это привело к тому, что Россия оказалась точно в том месте, в котором она была, когда я приехал в Россию, приехал из России в Америку. И в этот сегодня ситуация такая же, как она была. Холодная война номер два. И это значит, что никакого особого интереса к России не испытывают. Испытывают страх и презрение. Не то чтобы презрение, но брезгливость. Ну что же, все опять сначала. То есть все опять вернулось на свои места. Но Россия уже не является тем врагом, каким была она, когда был Советский Союз. Сегодня, как говорит Пентагон, враг номер один, противник номер один – это Китай, а не Россия. И поэтому Россия, как сказал Обама, региональная держава, а не сверхдержава, как на Советском Союзе. Это разница, которая важна для политиков, но не для рядового избирателя, который вообще мало думает о России и о русских. В отличие от того, что было во времена Холодной войны, когда все-таки Советский Союз был на первой странице газет. Но в то же время мы наблюдаем в кинематографе, в частности, появление русских оппонентов. Был достаточно большой промежуток, когда русские были слабо представлены в американском кинематографе. Сегодня много сериалов достаточно высокобюджетных, где русские представлены как главным оппонентом. И что интересно, в отличие от советского времени, это умный, сильный и не такой штампованный оппонент. Вот вы согласны с тем, что кинематограф и искусство сейчас как раз обращают внимание на Россию, на русских в этом смысле? Нет, не согласен. Потому что во времена Холодной войны, Первой Холодной войны, если мы посмотрим фильмы Джеймса Бонда, а это, наверное, есть классика такого жанра, то мы увидим, что Джеймс Бонд сражается с равными соперниками. И его соперники, это обычно генералы с фамилиями Пушкин или Чехов, для простоты, они все такие умные, и они все
соперники, но это достойные соперники. Это дуэль, это три мушкетера. Вот гвардейцы короля, вот кардинала, вот мушкетера короля. Но потом произошел перерыв, и вместо Джеймса Бонд сражался с северными корейцами, с наркодилерами. Куда-то исчезли русские из Джеймса Бонда и исчезли из советской, из американской темы массовой культуры. Но потом они появились снова. Но на этот раз это была уже мафия. Я помню, в Америке есть очень хороший сериал «Law and Order», «Закон и порядок». Не знаю, смотрят ли его в ваших краях, но это вообще на самом деле школа права. И очень полезно смотреть, особенно в те времена, когда царит бесправие. И там русские появляются все время, но интересно, в каком качестве. Это мафия. Причем они говорят очень интересную фразу, которая меня задела. Они сказали: как вы, американцы, мягкотелые, можете бороться с нами, если мы пережили такого монстра, как Сталина? Что же вы сможете с нами сделать? Теперь мне кажется, что русские появляются на экранах в первую очередь в качестве русских. Вот это поразительно, то, что русских играют русские без акцента. И это раньше этого не было. Раньше все русские говорили с чудовищным акцентом, выходили в восточно-германской форме. Теперь это не так. Теперь русских играют русские. И я бы не сказал, что они какие-то особенные. Ну вот, например, самый популярный сериал всех времен народа «Чернобыль», как мы теперь знаем. Там русские, на мой взгляд, представлены вполне достойно. И если это политбюро, то это политбюро. Но они, конечно, страшные люди, но все-таки это не такие страшные, как они были на самом деле. И русские представлены как, в общем-то, героические личности. Вот если вспомнишь шахтеров, которые говорят: всех не перестреляешь. Я эту картину себе представить не могу. Но, может быть, я не был шахтером. Но так или иначе, мне кажется, что фильм «Чернобыль» мог бы быть поставлен не только про Россию, но и про Америку. Вот представим себе, все то же самое происходит в Америке, за одним исключением. В Америке обязательно была бы честная пресса, которая рано или поздно докопалась бы до Чернобыля. Здесь прессы вообще нет. Ну, как оно и было на самом деле. Так что я не согласен с тем, что русские являются главным противником в кинематографе, в Голливуде и так далее. Да нет, скорее это побочное явление и комическое. Интересно, фильм «Марсианин», если вы помните, был такой фильм «Марсианин» американский, где американского космонавта надо спасать. В этот момент, во времена Холодной войны, когда я жил в Америке, я прекрасно помню, когда такие подобные фильмы шли на экранах все время, что происходило? Русские американцы, преодолев свои разногласия, становятся друзьями и спасают русского космонавта. Что происходит здесь? Американцы и китайцы объединяются и спасают американского космонавта. Про русских забыли. Это, по-моему, говорит о том, что произошло с Россией в представлении Голливуда. А это и есть подсознание массового общества. Сегодня в Америке говорят о русской литературе. Насколько она популярна? О русской литературе перестали говорить с тех пор, как уехал из Америки Солженицын. Даже Нобелевская премия Бродскому мало что изменила в этом деле. Русская литература для американцев – это в первую очередь Лев Толстой, «Война и мир». Вот это вот и есть образ русской литературы. Причем не потому, что все так любят этот роман, скорее потому, что это испытание воли. Когда-то был у нас президент Буш-старший, он сказал, что 17 лет он прочитал «Войну и мир», чтобы закалить волю. И если создается список лучших романов мира, то обязательно в него войдет «Война и мир». Что касается нормальной, современной, сегодняшней литературы, то о ней никто не говорит, потому что она не играет никакой роли. Время от времени появляются писатели, которые производят какое-то впечатление, скорее, на университетскую среду. Ну, например, Татьяна Толстая очень успешно печаталась, переводилась в хороших переводах на английский язык. Сравнительно недавно стали появляться книги Сорокина. Например, «День опричника» вышел в Америке в переводе, что, конечно, очень сложно. Сорокин очень трудно переводить. В свое время, но это было еще в 90-е, Пелевин появился на американской литературной сцене и был весьма-весьма популярен. Особенно среди молодежи, которая думала, что Пелевин живет не в России, а в интернете. Что так оно и есть, конечно. Что касается других писателей, то это университетская публика. Знают Битова, знают Искандера, но это в специальных таких местах. Довольно интересным исключением был Сергей Довлатов, который переводился на английский язык очень успешно и печатался в лучших журналах Америки, в том числе в «Нью-Йоркере» знаменитом. И это было очень приятно нам всем. Но когда он умер, он перестал печататься. Я спросил редактора «Нью-Йоркера», почему перестали печатать Довлатова. Он говорит: ну он же умер. Разумный проиграл, в России все наоборот. В России, когда умер, то выиграл. Вообще, насколько, на ваш взгляд, все меняется спустя десятилетия? Вот, например, вы упомянули Сергея Довлатова. В 87-м году он пишет «Филиал», где
рассказывает, описывает форум «Открытой России», куда приехали либералы и почвенники. И почвенники говорят, что Россия себя еще покажет, а либералы говорят, что Россия, к сожалению, себя уже показала. Ведь это о нас сегодня. Вы знаете, Довлатов никогда не делал политических заявлений, но удивительным образом очень многое предсказывал. Меня это поражает до сих пор. И «Открытая Россия», как мы знаем, действительно существует такая организация сегодня. В эмиграции было два лагеря. Я подозреваю, что эти два лагеря, один — это был лагерь вокруг журнала «Континент», другой — Максимова, другой — вокруг журнала «Синтаксис» Синявского. Я подозреваю, что эти два лагеря, они были всегда как два полушария в мозгу, и они не могут не быть. И что бы ни происходило, всегда будет вот такая вот вражда между двумя лагерями. Сегодня эти два лагеря разделились отнюдь не по литературному принципу, и даже не о будущем России. Они связаны с тем, что одна часть эмиграции, я бы сказал, больше за Трампа и Путина, а другая часть эмиграции против Трампа и Путина. Это не имеет никакого отношения к литературе, но это имеет прямое отношение к политике. Ну вот мы упомянули Довлатова сейчас, но на ваш взгляд, писатели все же, которые находились в эмиграции, скажем, Бродский, к примеру, да, все же можно сказать, что он вернулся на родину с помощью своих книг? Конечно, несомненно, не всякого сомнения, Бродский стал русским классиком. И я это хорошо замечаю по интернету. Фейсбук — это наш теперь, наш форум. И обратите внимание, что Бродского цитируют без кавычек. Для того, чтобы поцитировать Бродского, не нужно ссылаться на него. Достаточно просто назвать две строчки, и каждый тут же моментально подхватывает. Такая слава не снилась самому Бродскому, потому что Бродский считался сложным поэтом. Он и есть сложный поэт. Но его воспринимают в том же ряду, как Пушкина, Есенина, Высоцкого, то есть популярных поэтов. Я тут ставил Пушкина, хотя они все время говорят, что Пушкина уже никто не понимает. Но я понимаю. И с другой стороны, я был на 70-летие Бродского в Москве по приглашению американского посольства и видел, как отмечался юбилей Бродского в России. Это совершенно фантастическая история, потому что висели растяжки с цитатами из Бродского, портреты Бродского висели на улице. И я думаю, что Бродскому бы это очень понравилось, потому что сам он считал себя эзотерическим поэтом. Он оказался нам всем эзотерическим поэтом, но он нашел путь в Россию к русским читателям, к русской молодежи особенно, и это замечательно. Ну а про Довлатова и говорить нечего, потому что Довлатов стал последним классиком. Как наше поколение цитировало Ильфа и Петрова, сегодняшнее поколение цитирует Довлатова. И это, конечно, говорит о том, что русская литература в изгнании способна существовать без помощи государства. Ну, вы ведь о себе тоже говорили, что в одном из интервью, что единственная цель, за которую вы покинули СССР, ну, по крайней мере, тогда вы так выразились, это чтобы быть русским писателем. Иммиграция может способствовать расцвету какого-то писательского дела, получается? Я считаю, что это не совсем так. Я хотел быть не русским писателем, а просто писателем. Просто я не представляю себе другого орудия, кроме русского языка, который и является всем, что у меня есть. И я действительно уехал из России исключительно ради того, чтобы писать и печататься по-русски. Я понимаю, как это дико звучит, но это правда. И я не один. Все писатели, которые уехали в Америку, все до одного уехали, потому что им нельзя было заниматься своим делом дома. И Аксенов, и Бродский, и Войнович, Вадимов, Довлатов, кого вы не назовете, если бы их печатали в России, никто бы никогда не уехал от своих читателей. Это тяжелое испытание — жить в одном конце мира, а печататься в другом. Как говорил тот же Довлатов, я региональный писатель, читатели которого находятся за 5000 километров от меня. И это ситуация, с одной стороны, болезненная, а с другой стороны, нормальная, потому что любой писатель на обочине. И в этом заключается смысл писательского труда, который одинок и который никак не связан со средой. Писатель живет за письменным столом и сражается с листом бумаги или экраном компьютера. То есть вы не согласны с мнением Дмитрия Быкова, который считает, что быть русским писателем вне России значит снижать свой уровень, соответственно, потому что нельзя быть погруженным в среду, и, соответственно, это уже будет такой местечковый подход, как он выражал. Да, я встречался сравнительно недавно с Быковым, и мы даже вели дискуссию на телевизионном экране на эту тему. Это не единственное предмет, по которому я не согласен с Быковым. И меня это всегда, вы знаете, в таких случаях я всегда говорю так. Я понимаю, он сказал, что, например, Довлатов — это местечковый писатель на Брайтон-Бич. А я спросил, а вот кто настоящий писатель сегодня? Он говорит, Веллер. Я думаю, что прямо наоборот ситуация происходит, но это не важно. Всегда важно, кого ты хвалишь, а не кого ты ругаешь. Нет, я не считаю. Наоборот, я считаю, что изгнание, не то чтобы оно шло на пользу писателю не идет ничего, но оно точно делается
то, что происходит точно, когда это изменяется отношение к твоему языку. В эмиграции язык становится высочайшей ценностью, и ты о нем думаешь все время, как о руке, сломанной руке в гипсе. Он всегда под угрозой исчезновения. Именно это делает русский язык особенно чистым и рафинированным. Я Быкову тогда и сказал, говорю, вас не смущает то, что самые лучшие, наверное, русские стихи писал поэт Бродский, живущий в Нью-Йорке, а лучшую русскую прозу писал прозаик Довлатов, живущий в Нью-Йорке. Он сказал, что он не считает ни Бродского, ни Довлатова хорошими авторами, поэтому спорить тут не о чем. Но это быковская точка зрения, я с ним не согласен. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Да, и потом вернемся и продолжим. Микс Ньюс. Мы продолжаем программу «Абонент доступен», Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи из Нью-Джерси сегодня писатель Александр Генис. Еще раз здравствуйте. Еще раз. Вот мы говорили о Сергее Довлатове, и вот у него в заповеднике существует такое определение, как «обманчивый душевный подъем». Что это за чувство, на ваш взгляд? Вот приходилось ли вам с этим сталкиваться? Всякий раз после третьей рюмки. Ничего тут особо такого нового нет. Но если говорить о других обстоятельствах, то, несомненно, приходилось, потому что, я уже не знаю, Сергей не дожил до 91-го года, к несчастью. Мне интересно было бы, что он сказал в августе 91-го года, когда Россия победила демократия. Но для меня это был как раз тот самый душевный подъем, который до сих пор считаю самым счастливым днем своей жизни, 21 августа 91-го года, когда в России был свергнут чудовищный режим коммунистической партии. И эта вот победа над путчем, причем это, как теперь не говорят, но тогда говорили, народная победа над путчем, это был действительно душевный подъем, и я бы не сказал, что он был иллюзорным. Тем страшнее, что произошло потом, когда власть отдали тем монстрам, которых эту власть и забрали. Мы часто сегодня цитируем Сергея Довлатова, но вот еще одна знаменитая фраза из его произведений: «Больше коммунистов я не люблю антикоммунистов», как раз когда он приехал в Америку. Вот не было такого ощущения? И всякого сомнения, но если надо все брать в контексте. О чем говорил Довлатов? Он говорил про стиль и язык. И в этом отношении он был абсолютно прав. Антикоммунистическая пресса, таковой была любая пресса в изгнании, вне зависимости от правых, левых, неважно, все ненавидели коммунистов. Так вот, антисоветская пресса, антикоммунистическая, говорила тем же языком, что советская, только у них были другие образцы. Вместо ястреба из Пентагона были старцы из Политбюро. И это, конечно, нас страшно потешало, потому что мы узнавали родной язык только с другими знаками. Именно в этом, я считаю, была революция Довлатова, который впервые в нашей газете «Новый американец» у нас появился язык миллиардного дружеского общения, но без мата. И я считаю до сих пор, что это была величайшая заслуга иммиграции, которая первая заговорила человеческим языком. За это нас и любили, надо сказать. И потом этот язык, когда его переняли в России, сама Россия стала уже говорить не советским и не антисоветским языком, довольно быстро сменилась парадигма с языка дружеского общения на язык понтового общения. И вся пресса в 90-е годы, она часто грешила безвкусицей и такой, я бы сказал, вульгарным стоицизмом. Такой «задрав штаны, бежать за комсомолом» это называлось, молодежный сленг. Но так или иначе, когда Довлатов говорил про коммунистов и антикоммунистов, имел в виду он именно это, именно стиль. Как говорил Синявский в свое время, у меня советской власти чисто стилистические разногласия. Довлатова тоже. Вы написали вместе с Петром Валю книгу «60-й мир советского человека». Я читал эту книгу несколько раз. Это книга, в которой, как мы с вами однажды уже говорили, когда вы были в Риге, о том, что очень сложно и, наверное, невозможно определить, какие главы написал Валь, а какие Генис. Но вот мне показалось, что эта книга написана с большой любовью к 60-м, к этому периоду. Так ли это на самом деле? Вы любите этот период? Вы знаете, люблю ли этот период, я не знаю, но я знаю только одно, что это был период, когда советская власть показала себя, насколько это возможно, хорошей. Но ведь когда мы писали эту книгу, еще не было перестройки. И когда она началась, нам показалось, что разыгрываются те же карты, и тот же пасьянс, который был в 60-е годы, разыгрывается в 80-е годы. И более того, даже те же люди были на арене, если, скажем, в 60-е годы был Евтушенко, то и в 80-е годы был Евтушенко. И это, конечно, казалось очень странным. Но вообще 60-е годы – это упущенный шанс. Если бы в 60-е годы победила бы та же свобода, которая победила в 91-м году, то все мы бы остались в России.
может быть, даже и Латвия бы осталась в России, в Советском Союзе. Так или иначе, целое поколение советских людей, подчеркиваю, советских людей, не пережило бы того кошмара, который назывался застоем. И особенно это характерно, скажем, для Праги. В 1968 году, когда задавили Пражскую весну, то погибло целое поколение чехословаков, которые могли бы оказаться в Европе на поколение раньше. Вот в чем по-настоящему смысл 60-х годов. Много звонков у нас. Начнем принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, задавайте вопрос. Ну, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали высказывание двух своих соотечественников. Первое, это Збигнев Бжезинский, который говорил: не морочьте голову коммунизмом, мы боремся с Россией, и самый главный враг наш сейчас – это православие. Это первый ваш соотечественник. И второе, вот Генри Киссинджер, ну не откажешь ему, так сказать, на 96-м году жизни в уму, и вот что он говорит, значит… Я западный человек, с западным мышлением, но я считаю, что в Советском Союзе действительно рождался новый человек, можно сказать, гомо-советиксус. Этот человек был на ступень выше нас. Да, спасибо. Ну вот такие. Да, это ни одного, ни другого, ни Бжезинский не говорили. И это, я представляю себе, источники информации нашего слушателя. Должен его огорчить, что все это легко проверяется. Пусть он зайдет в интернет, в том числе в русский интернет, и видит, что ничего подобного никто не говорил. Комментировать тут нечего. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир меня зовут. Будьте добры, вот у меня, значит, вот есть такая сентенция, что поступать умно, одного ума мало. Вот когда я слушаю Быкова, а тем более его высказывание о Довлатове, меня очень сильно задевает как читателя. То есть я как читатель читаю Довлатова, это писатель уровня Чехова. И вот вопрос о Быкове. Не считаете ли вы, что просто человек, ну, пытается своим вот этим высказыванием, я сказал, заумными, но показать не то, что как бы мы поняли, а то, что вот просто мы бы недопоняли. Вот как-то так я формулирую вопрос. Спасибо вам, всего хорошего. Спасибо, Владимир. Вы знаете, меня всегда удивляет, что с кем бы я ни встречался, с читателями, какие бы интервью ни давал, всегда рано или поздно спрашивают не про меня, а про Быкова. Вообще лучше бы вы задали этот вопрос Быкову. Я, например, задал этот вопрос Быкову и обнаружил, что Быков очень вообще на самом деле отважный человек, он борется с этим варварским режимом, я его всячески уважаю за это. Но у нас категорически разные литературные вкусы, и у нас есть что-то общее. Ну, например, мы, и он, и я, мы любим Стругацкий. Но как я могу отвечать за быковские определения? Я с ним категорически не согласен, особенно в отношении Довлатова или в отношении Бродского, который он тоже считает местечковым поэтом. Но почему он так считает, по-моему, лучше спросить Быкова. Я уверен, что он ответит. Вы обратитесь к интернету, на Фейсбуке Быков есть. Вопрос от Николая Кабанова, депутата Латвийского Сейма, который в Фейсбуке его прислал. Как господин Генис познакомился с господином Вайлем? Это было очень просто. Это было в Риге. Я жил на Суворова 8. Теперь это называется Мариц. И однажды к нам пришел... Мы, наши братья служили в армии вместе. Мой брат Игорь и его брат Макс, они ровесники. Они служили в армии вместе. Однажды Макс привел с собой своего младшего брата, который был похож на розового ангела с пышной такой курчавыми волосами и блондин. Он был очень похож на оборочного ангела из церкви. Но этот оборочный ангел крепко выпивал, как и все мы тогда. И мы, я тогда еще был мальчиком, на школе учился, но Петя был старше меня на 3,5 года, это примерно как 3,5 века в то время. Но, тем не менее, мы быстро подружились, и всю рижский период нашей жизни мы готовились к тому, чтобы сочинять. И однажды мы написали вместе одну статью, напечатали в газете «Советская молодежь». Петю сразу выгнали оттуда, где он работал, и мы уехали в Америку для того, чтобы продолжать именно это делать, писать и печататься. Вот и все. У вас ведь есть книга «Космополит». Насколько это определение, понятие применимо к вам? Не знаю, я думаю, что нет. Дело в том, что «Космополит» имеет два значения. С одной стороны, это гражданин мира. С одной стороны, это там, где... это значит, что человек, где бы он ни был, ему всюду хорошо. С другой стороны, это значит, что всюду, где бы он ни был, нигде не дома. И то и другое значение имеет отношение ко мне. Считаю ли я себя космополитом? Да нет, пожалуй, у меня есть... четкие определения своего положения в мире. Родина моя — русский язык,
чувствуя себя не гражданином, а горожанином. Горожанином Риги, Нью-Йорка. Рига меня вырастила, а вырос я... скормила Рига меня, а вырос я в Нью-Йорке. Вот эти два города поделили мою жизнь, и я обоих их люблю. И это не имеет отношения ни к России, ни к Латвии, ни к Америке. Я скорее чувствую свою приверженность к городам, а не к странам. Вы вот однажды сказали о ценности искусства, я хочу процитировать. Когда думаешь о всех ужасах истории, находишь ей лишь одно оправдание. Как бы ни страшна была жизнь, в ней внезапно появляется Бах, Пушкин или Гёте. И это оправдывает человека перед историей. Вот говоря об оправдании, можно ли сказать, что искусство действительно с помощью великих классиков прощает людям их несовершенство? Я не просто в это верю, я это исповедую, это моя религия, потому что я считаю, что культура никому не нужна. Она не нужна для эволюции. Да? Она не нужна ни для чего, поэтому она великолепна. Как Кант считал, все, что необходимо, это животное, а все, что не необходимо, это от Бога. И будучи агностиком, я верю только в культуру, которая действительно оправдывает человека перед историей. Потому что, ну как иначе? Вот посмотрите, советская история, именно советская, она такая чудовищная, 17-го года по сегодняшний день. И в то же время русская культура стала сверхкультурой. Она была только в 19 веке и в 20 веке. Советская культура породила Платонова, Шостаковича, Филонова. Все это часть советской культуры. И Довлатов, и Бродский — это тоже часть советской культуры. Причем это не петербургская, скажем, культура, а ленинградская именно это. Это говорит о том, что культуру не истребить, как вирус гриппа. И в это я верю, и это я люблю. В то же время есть мнение, есть два мнения. Одно, что, в общем, именно давление, которое было в Советском Союзе, и вопреки этому давлению создавались произведения искусства, действительно шедевры. А другая точка зрения, что если бы не было этого давления, то шедевров было бы больше. Вот вы какой, кстати, точки зрения придерживаетесь? Конечно, вся эта культура возникла не благодаря, а вопреки. Если бы Мандельштама не убили, то стихов бы Мандельштама было больше, правда? И так это относится ко всем остальным. Это, я знаю такую точку зрения, она, по-моему, безумная, и это называется «Туда страсти от страдания», так говорил Томас Ман о своих соотечественниках в Германии. Это характерно, что во времена фашизма, за 13 лет, в Германии не было ничего произведено высокого в искусстве. Это говорит о том, что убить культуру можно. Не на совсем и не навсегда нас свела в эмиграции, но это знакомо нам и по русской истории. Короче говоря, культура живет, пути культуры неисповедимы, и она рыщет где хочет, как Дух Святой. Но в то же время, опять же, если мы рассматриваем Мандельштама и гибель, смерть и так далее. Вот вы как раз упомянули, что в Америке перестали печатать Довлатова, когда он умер, а в России все начинается часто после смерти поэта. Вот это с чем, на ваш взгляд, связано? Это разница менталитетов? Ну, в Америке это очень просто, потому что живой писатель, он функционирует. Он дает интервью, он объясняется, он печатается постоянно, он на поверхности. И бывает, конечно, что мертвый писатель воскрешает, если он становится, тогда он становится классиком. Туда уже никто не читает, к сожалению. Но если не поставить ей понимание. Но в России культ мертвых, конечно, и это связано с русской историей, которая гораздо убивать. Знаете, сейчас уже перестали задать этот вопрос, но раньше меня каждый раз спрашивали: ну вы страдаете от ностальгии, как все русские писатели? И я всегда говорил, что ностальгия гораздо менее опасная болезнь, чем пребывание на родине. Потому что, ну, вот Бунин, например, прожил очень долгую жизнь. И Набоков прожил долгую жизнь. В отличие от тех писателей, которые оставались в России и жили намного меньше. Так что сложно. Сложно прожить в России жизнь и не умереть. Это уже большое достижение, просто прожитие. И особенно в такие страшные времена, как сталинский террор, который убил столько великих людей. Да и сегодня, надо сказать, у меня есть масса знакомых писателей, талантливых людей, которые не выдержали нового режима и стали рабами этого режима. Я этого никогда не могу понять. Например, у меня была приятельница Юна Морец. Она когда-то способствовала тому, что мы с Валем напечатали первую книгу в Советском Союзе, тогда еще Советский Союз был, в 90-м году. Она была прорабом перестройки, приятельница Довлатова. Мы вместе мирно выпивали в Нью-Йорке. А сегодня она говорит о том, что, примерно как ваш слушатель, о том, как собирается уничтожить ястребы из Пентагона России. И вот эта вот опасность, как духовной, так и физической смерти в России, она всегда была над русской культурой висела. Начиная с Пушкина, которого тоже убили мальчиком. 37 лет, мне сейчас кажется, совершенно детским возрастом. А форма имеет значение в том смысле, что,
Ну, мне часто приходит этот пример в голову, сравнивая «Окаянные дни» Бунина и воспоминания Тэффи. Бунин писал жестко и зло, Тэффи писала иронично о страшных вещах. И это очень субъективное мнение, мне просто интересно, как вы это воспринимаете. Мне кажется, что книга Тэффи страшнее, чем книга Бунина, когда в ироничной форме об этом рассказывает. Дело в том, что книга Бунина «Окаянные дни», я помню, когда я приехал даже не в Америку, а в Италию, первым делом я спросил и прочитал эту книгу, потому что они ходили легендами, когда не видел. Она доставила мне массу удовольствия, потому что там есть, например, такие фразы. «Вчера я видел Ленина. О боже, какое это животное!» Конечно, читать такое после того, как ты вырвался из Советского Союза, было приятно. Но я не думаю, что форма обличения имеет какое-то значение. Я всегда за иронический стиль, я всегда за то, чтобы со злом боролись не лопатой, а шпагой. И я всегда за то, чтобы об этом писали с тем юмором и иронией, как это делал Довлатов, скорее, чем это как делал Бунин. Но Бунин написал не только «Окаянные дни» на «Темной аллее». И то бешенство, которое он вывез из России, не с чем было сравнить. Интересно сравнить Бунина не с Тэффи, я бы сказал, с Розановым, который писал «Апокалипсис», «Дневник апокалипсиса», вот в последних днях России. Вот это интересное сочинение, потому что в нем борется тоска, ностальгия, прощание с старым миром и любовь к нему, чего у Бунина как раз нет. У Бунина одна ненависть, ярость ненависти, а у Розанова есть то и другое. Ну вот юмор Довлатова вы называете иголкой в Васе, вот так вы сформулировали. Да. И действительно он ненавязчивый и завуалированный, и такая, наверное, субъективная тонкость, емкость и простота довлатовская. Вот она неповторима, на ваш взгляд? Не знаю. Дело в том, что под Довлатова все пытаются писать. И это короткая фраза, это рубленый диалог. Но это вообще безумно трудно, потому что я по себе знаю. Вот эта вот иголка в вате – это то, что это мечта любого автора – спрятать свою шутку. Шутить профессионально – это задача юмориста, который, знаете, как выдавливает поцелуй, выдавливает смех. И это совсем не то, что прятает свой юмор. Именно тогда он становится как золото, он блестит сквозь краску. И Довлатов умел это делать лучше всех. И, знаете, дело не в том, что этому можно подражать. Дело в том, что это нужно мировоззрение и невероятная воля к труду. Довлатов говорил, если я написал предложение, то я счастлив, день прожит не зря. Он писал свои предложения в 5 утра, курил на лестнице, дома не разрешали. И если он сочинил одно предложение в день, то он был рад. А сегодня, когда на компьютере пишут так, чтобы было... Вообще, вы обратили внимание, какие длинные книги в России сегодня пишут? Да и вчера тоже. В России всегда писали длинные книжки. Потому что писать, как говорил тот же Довлатов, хватит в зависимости от строчек. Говорит, вычеркнул предложение, полкило говяжьих сарделек. И Довлатов как раз писал коротко. И я думаю, что это чистое влияние американской литературы, которая тоже гораздо драме, а не к эпосу. Она гораздо быть короткой. А в коротком юмор заводится сам по себе. Это тоже любопытная фраза. Но я боюсь, что это слишком долгий разговор. Об этом я могу говорить часами, потому что ничего интереснее, чем проблема формы в моей жизни. Говоря о писателе и взаимодействии с белым листом, вот вы так интересно сказали о страхе, который испытывает писатель в виде как раз этот белый лист бумаги, и вы вспоминаете Бродского как раз, который говорил о том, что страх – это и есть контроль качества. Но вот можно ли сказать, что страх в данном случае для писателя – это такой, может быть, потенциал его? Знаете, для хорошего писателя это да. Для плохого писателя ему ничего не поможет. У меня есть знакомый, которого я прямо спросил, говорит, написали какую-нибудь фразу, которую жалеете? Он говорит, ну зачем бы я стал об этом писать? Это страх вот перед тем, что ты не сможешь сказать то, что хотел сказать, он действительно ужасен. Про контроль качества говорил не Бродский, а я, но он рассказывал о другом. Он говорил о том, что бывает такое, что находится ступор. Писатель и поэт останавливается. Когда Бродский иногда переписывал чужие стихи, считая, что рука вынесет, что вот это вот вернет его в поэтическое настроение. Где-то именно тогда я понял, что Бродский тоже боится. Поскольку Бродский был небожитель, то мне казалось это совершенно невероятным. Как-то Бродский может чего-либо бояться вообще. Он советской власти не боялся. Оказывается, листа белой бумаги боялся и он. И это, наверное, нормально и правильно, и так оно и должно быть. Потому что писатель пишет не то, что он хочет, и даже не то, что он может, а то, что получается. И вот это вот сотворчество с чем-то божественным, и заключает, в этом и есть смысл литературы.
Людмила Улицкая после каждой своей книги практически в интервью говорит о том, что она с ней умерла. Потом она оживает, пишет другую книгу, но каждый вот этот процесс написания романа для нее, как она говорит, в общем-то, аналогичен такой физической смерти. Что думаете? Знаете, я очень хорошо понимаю Людмилу Улицкую. Мы недавно познакомились, как ни странно, в Гранд-Каньоне, ни больше, ни меньше. Она ужасно милая. И я прекрасно понимаю, что она говорит. Потому что писатель ничего не оставляет на потом. Настоящий писатель. Он выкладывает все, что он есть. И каждую книгу он пишет как последнюю. Я точно пишу каждую книгу как последнюю. Раньше мне казалось, что у меня книг 100 штук. Да? Но где-то начиная вот с тех пор, как мне стало 60, последние книги я пишу как раз как последнюю. И как Улицкая говорит, ну больше мне писать нечего. Я уже все написал. И мой издатель Елена Шубина, которой я очень дружу, она говорит, я только не зарекайся, только не зарекайся. И действительно, слава богу, пока хватает. Но действительно, нужно писать как последнюю, потому что Гёте сказал очень интересную фразу. Он говорит, что всегда существует отборное зерно, которое для посевов готовится, да? Это лучшее зерно. Его-то и нужно молоть на хлеб творчества. То есть самое лучшее, что у тебя есть, отдай сейчас. Ничего не оставляй на потом. Потом может не быть вовсе. Ну, у писателя, если говорить в таком философском ключе, написание книги – это не попытка разговора со смертью в том числе, потому что попытка обессмертить себя каким-то смыслом и что-то оставить на потом. Знаете, я думаю, что это очень зависит от писателя. Потому что есть писатели, которые думают о смерти постоянно. Таким был Бродский, например. Который, может быть, это как раз признак философского ума. И действительно, Бродский говорит, я не философ, я старик. Ему было 25 лет, когда он писал эти строчки. И у него было больное сердце, он всегда был готов к смерти. Может быть, это как-то связано с этими вещами. И действительно, смерть – это небытие. И все творчество Бродского – это диалог бытия с небытием. Это и заключается его главная философская и лирическая тема. Это великая тема. Довлатов постоянно говорил о смерти. Все время говорил, разве не все равно, что будут с твоими книгами после смерти? Но мне тогда было, 26 лет. Я говорю, нет, абсолютно все равно. Но у Довлатова висело завещание над его письменным столом. Я сам видел завещание, оно висело, и как, знаете, это как дамоклов меч такой был. И он действительно готовился к тому, что будет после смерти. Я не знаю, как-то меня это мало интересует. И я об этом редко думаю. Не потому, что я не думаю о смерти, а потому, что мне кажется, что смерть – это тоже литературный прием. Никто из нас не знает, что будет после смерти. Поэтому смерть – это до. Смерть – это еще жизнь, а не смерть. И в этом смысле смерть все утяжеляет. Например, юмор. Самый смешной юмор – это могильный юмор, ввиду могилы. Вот как у Бекета, например. Он всегда помнил, чем это кончается, как говорит Бродский. Вы заметили, чем это кончается? И самое смешное происходит тогда, когда мы ползем от могилы обратно. И вот мои любимые писатели, такие как тот же Бекет, именно этим и занимались. И поэтому смерть, она важна. Думать о своей смерти и думать о смерти вообще – это довольно разные вещи. Но так или иначе, когда мы об этом думаем, у нас растут мышцы души. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Писатель Александр Генис был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо, всего хорошего.